Всем привет! Пришли ко мне гипсовые формы. Скоро открытие лодочного сезона. И будем сегодня лить приманки. Так что у меня на канале будет новая фишечка. То есть все видео, которые будут посвящены литью силиконовых приманок. Приманки, которые я отолью, буду дарить подписчикам. Так что мастерскую. Так, ну и в мастерской. Пришла посылочка от Максима Орловского, Максформ. Получается силикончик вот такой вот. Будем сегодня лить. Разной жесткости формы гипсовые. Вот такой вот Westinshot 80-й. Считаю, бобик вот такой вот убийца судака и щуки. Вот такой вот бобик Z тоже по судаку разрывает. Здесь секси импакт у нас будет. Окуневый. Здесь твистерки для микроджига, нано-джига, 2 дюйма. Здесь у нас копия Сатурна. Здесь у нас твистерок угорь 4 сантиметра до изгиба хвоста убийца окуня. Здесь у нас твистерок вот такой. Здесь у нас тоже вот такой твистерок. Здесь у нас сексик 2,8 дюйма, тоже по окуню, по судаку. Ну и копия Сатурн микро 2 дюйма. Ну и еще самая любимая моя приманочка по окуню. Ну, гипсе у меня такой нету. Есть камни. Это копия Вагабонд. Убийца окуня. Так. Все. Налив силикончик. Здесь бэушный. Добавил сюда свеженького. Сейчас ставлю в духовочку. И разогреваем. И будем лить. Лить обыкновенным буду ветеринарным шприцом. Вот такая красочка. Максформ Лох Росси. Ну то есть шуба красная, на просвет фиолет. Ну то есть сейчас все увидим. Ставим в микроволну. Так, гипсовые формы зажимаю вот такими вот струбцинками. Тоже у Макса продаются. Раз купили, можно сказать, вам на всю жизнь. При нагреве гипс и камень расширяются. Если зажимать жесткими струбцинами затяжными, у вас будут лопаться формы. А так струбцинка при расширении формы срабатывает в сторонку, и у вас с формами ничего не происходит. Еще хотел, потихоньку перехожу на формы из гипса, так как они внутри лакированные и сильно часто обрабатывать их смазкой вот такой от Максформа не надо. То есть приманочки выходят, имеют хороший блеск. Ну, кто льет каменные формы, тот знает, что постоянно нужно каменные формы обрабатывать. Так. Все. А эти формочки, эти сейчас залью, и потом струбцинки сюда. Что еще? Так, вот такой вот силикон.
Еще новая фишка у меня на канале будет. Всем, кому интересно, смотрите в каждом видео, где я буду заниматься литьем приманок, так как мне начинают приходить силикон. Много мне не надо, продавать не собираюсь. Приманки, которые будут делать видео, то есть все количество буду делать в двойном объеме и отправлять своим подписчикам. Будет ключевое слово, например, в этом видео будет «мне надо». Выделите его скобками в описании, и два человека, которые напишут в комментарии это слово, получат сегодняшние приманки. Все, греем силикон, пишем в комментарии «мне надо» и получаем отличный комплект на окуня, судака, попутно может быть и щука. И все это благодаря нашему спонсору, силикону от Max Worm. Макс прислал силикончик, я решил его отлить и раздать людям. Время тяжелое, после карантина, пускай хоть кому-то будет лучше в этой жизни. Силикончик наш разогретый до температуры 160 градусов, хорошо переколотили, да, на объем 300 миллилитров, 100 капель вот такой красочки. И сейчас посмотрим, цвет рабочий, бомбезный, можно так сказать. И приманочки, сейчас отстоится минутку, выйдет воздух и будем лить. Берем шприц, пару раз прокачали, дабы у нас шприц был тепленьким, и льем наши приманки. Вот так легко и быстро у нас получаются супер-пупер приманки. Или первую часть марлезонского балета. Теперь по очереди снимаю зажимчики. У меня их еще не столько много. Потихоньку подкупаю. Зажимаю новые формы. Кому-то попадет, удача, выиграет супер-пупер приманочки. Хватит, я думаю, не на одну рыбалку. Так, еще. У нас все легко и быстро получается. Силикончик в духовочку. Будет у нас ждать следующего разогрева.
пока формы, которые мы заливали крайними, кристаллизуются, остывают, мы открываем формы, которые залили до этого. То есть на просвет фиолет, а шубка у твистерков коричневая. То есть это у нас цвет гамма-сирень. Приманочки отлежатся пару дней. Свежие отсылать не буду, так как силикон должен кристаллизироваться. Пять приманочек твистерков готово. Дальше что у нас здесь? Здесь у нас, опа, Sexy Impact. Видите, как все легко и просто. Можно сказать, у нас приманки вываливаются из формы сами. Здесь оборвали. И здесь оборвали. И у вас уже полпачки приманок. 6 штучек в этой форме. Готово. А все знают, Sexy Impact. Эту приманочку любит окунь и судачок. Так, дальше. Тут аж получилось 12 приманочек. Это уже на нано окуня. Так, а что у нас тут? Тут у нас Sexy Impact. Это 2,4 размерчик. Вкусняшки для окуня. Даже не представляете, как окунь любит эти приманки. Здесь 5 штучек. В описании будет ссылочка, где вы сможете зайти по ней и получить, ну, купить все формы и краски. И силикон, ну, то есть подтариться и делать такие приманки самому. Здесь вот такая Сатурн микро. Кто ловит окуня, знает, что это приманка убийца окуня. Сам бы да рыбу ловить надо. Ой. И подписчикам я себе уже налил, и подписчикам надо отправить, чтобы людишки тоже ловили. Так, и самая любимая моя приманочка уже третий год. Это вот такой вот червяк. Вот этот вот червячок в таком цвете ловит окуня, когда ни на что не клюет. То есть начинаю с него рыбалку. Если окунь есть, он себя проявляет, ну, а потом уже, можно сказать, наловлюсь и экспериментирую. Сейчас вот такой вот червяк. Есть модификации его всякие разные, но я вам скажу, все оно не взлетает с вот этой приманочкой. Правда, еще если форма точная копия, то вы 100 пудов будете с рыбкой. Можно эту приманку назвать легко и просто убийца окуня. Шуба коричневая, на просвет фиолет. То есть лох.
кто-то станет обладателем этих чудо-приманок. Все, дальше разбираю формы. Ну что, вот и отлиты приманочки. Судаковая, окунячая тема. Вот бобики. Это по судаку. Вот такой вот, вот такой вот. Ну и два виброхвостика. Вестиншет копия. Все это из гипсовых форм. И это весь наборчик приманочек. 10, тут 12, 22 и 4. 26, 30, 36, 41, 47, 52, 58. В общем, 70 приманок. Одна формочка. Приманки не получились, сильно даванул. Получился облой, чтобы не заморачиваться с ними. Пол формы получилось. Положу таких. Перезабью ее. И все. Вот такой вот один набор. Судакова, щучий, окунячий. Кто-то получит из моих подписчиков, зная кодовое слово, и напишет его в комментариях. Сейчас же такой же самый комплектик подью еще один. Снимать не буду. Ну, в конце покажу все, что получилось. Так, ну и вот два комплектика. Вот один, вот второй. Судак, можно сказать, это по судаку отработало хорошо. Щучий силикончик. Ну и в основном это окунь. Бийца окуня, сексики. Ну, здесь все то же самое. То есть я считаю, призы бомбезные. То есть при помощи вот таких вот гипсовых форм вы в течение получаса-часа здесь 160 приманок можете наделать себе приманочек и рыбачить ими весь сезон. То есть цена гипсовых форм раза в 3-4 дешевле, чем каменные. Потихоньку перехожу на гипсовые формы. Ну и что еще сказать, силикон хороший. Краски у Макса тоже убийственная по окуню, логом на сирень. Ну, не мастер. Вот так вот. Ждите призы к себе домой. Кому было интересно, пальчик вверх, подписочка на канал. Также, кому нужны приманочки, смотрите внимательно видео. Приманки будут разыграны. Ну, одно сожаление, только эти приманки с карантином смогу отправить только по Украине. Звоняйте, пишите. Я с Украины. Люблю вас. Пальчик вверх. Подписка на канал. Пока-пока. Ждите новых видео.